Ребят, всем привет, нахожусь я возле Максимуса. У нас здесь уже полгода как меняют трубы, никак-то не поменяют. Я обязательно сделаю видео, где покажу вам, как зарабатывать деньги на перепродаже смартфонов. От поиска до продажи этого телефона. Если ты ждешь, то дай мне об этом знать, поставь лайкос. В данном видео я вам покажу не самый, конечно, идеальный вариант. Но для меня он идеальный. Почему? Потому что у меня сейчас дома склад этих телефонов. Я не успеваю просто на них все снять прошивки, но подписчики меня постоянно просят: сделай на ту модель, сделай на ту, которых у меня нет. И мне постоянно приходится что-то искать, искать, искать. Сейчас больше всего пишут на Redmi Note 4X и Redmi 4A. Я вот искал сейчас Redmi 4A. Они стоят сумасшедших денег, почти 70-80 долларов. Искав, я наткнулся на одно объявление, где такой же телефон чел готов отдать за 10 долларов. За 10 долларов это офигенная цена, я думаю, за такой телефон. Там получается разбит экран, ну трещинка, но так он полностью рабочий, и по его словам модуль связи не работает. Но это я тоже думаю мелочь лично для меня, потому что мне главное снять инструкцию, сделать прошивку, потом мне же и не жалко будет даже его выкинуть. А так, конечно же, зачем его выкидывать, это как будет планшет. Отличный вариант, можно это стекло снять вообще и заказать там с Алика за пару баксов и саму поставить, если уж так надо. Вот, ну что, давайте посмотрим, что из всего этого получится. А видос про покупку и продажу обязательно я сделаю в ближайшее время. Ребят, вот его объявление, значит, сейчас я его открою. Вот, даже фото не выставил. 35 рублей, Беларуси это 17,5 долларов, даже 18. Вот. В рублях это где-то 1500, наверное, рублей. Redmi 4A, да? Что бы казалось еще надо? Не работает модуль связи. Я ему звонил, он говорит просто, что упал, когда ехал, и типа перестала сеть ловить. То есть сперва ловила, потом не ловила. Там ничего страшного, я думаю, нету. Чуть-чуть разобрать его, там немножко потыркать, я думаю, все будет работать. Есть документы, видите, да, и разбито стекло. Он мне фотку выслал, я посмотрел. Да, чуть-чуть как бы страшненько, но я, ребят, такой телефон чуть ли не за 60 рублей купил, то есть 30 долларов я почти готов был отдать, потому что подписчики просят, я хочу для них сделать видео. Приходилось переплачивать, можно сказать. Сделаю видос и все, он мне больше в принципе не нужен. Все, я еду за ним, ребят, такой шанс нельзя пускать. Алло. Ну все, я выезжаю. Хорошо. Угу, подъеду, наберу. Здравствуйте. Вот чехол. Угу. Да? Тут нет этих ни аккаунтов, ничего. Не, я сброс всех настроек сделал. Ну и коробка, ну, шнур сломанный, или я. Угу. Зарядка есть. Так, и кнопка. Не, она заедает, но работает. Надо сильнее нажимать. Да. Так. Я вам отдам вот 10 долларов. Хорошо. Хорошо. Ну, все понятно. Все понятно. Хорошо. Главное, что работает. А, у меня вылетело. Я в Польшу поехал. Взял себе семерку. Семерка что? Айфон. Ясно. Он ехал где-то, ну, километров 80. У меня с рубашки коп вылетел. Ну, я думаю, ну, бля, беру телефон, работает. Думаю, классно, экран. Ну, думаю, на фиг с ним. Дня три походил, связь через раз начала пропадать. Потом коп вообще занес в ремонт. Говорит, типа, модуль связи. Ну, думаю, бля, говорит, ну, 60 долларов где-то. Я думаю, бля, так он стоит новый. Да. Все, до свидания, удачи. Все, пока. Ну что, ребят, вот здесь я вижу вмятинка какая-то, да? Ну, это понятно с мотоциклом. Главное, что работает. Смотрите, все работает. Отлично, отлично. Он мне даже отдал коробку. Коробка 4А, еще и зарядку там, да, кроме кабеля. Так извините, мне кажется, если коробку продать,
вместе с этим блоком, так уже можно эти $10 отбить. Ну что, ребят, я еду домой, покупки очень доволен. Главное, что я его смогу прошить, и мои подписчики будут довольны. А мне не жалко будет его даже потом выкинуть, так что я его даже ремонтировать, то есть, честно, не собираюсь. Я очень люблю петь, поэтому я буду ехать домой и буду петь. А вы послушайте мою песенку, ставьте лайки, если понравится, если нет, дизлайки. Вообще напишите свое мнение о моей песне в комментариях. Все, поехали. Сегодня пятница, ночь нам с тобой не спится. И этой ночью я хочу с тобой, малыш, напиться. Твои глаза горят ярче света. Побудь со мною, крошка, до рассвета. Давай забудем все, сегодня ты и я. Ты будешь пьяная, а я буду любить тебя.